Добрый день, друзья! Сегодня я нахожусь на нашем объекте в Химках на улице Береговой. Это красивый жилой комплекс, где мы вот нашей такой подобной перегородкой отделили кухонную зону от гостиной зоны, но чтобы у нас был полный проход, у нас створочки уезжают спокойно за стену, то есть они обе откатываются вдоль стены. С учетом того, что у нас две створки находятся в двух плоскостях, то есть они занимают 10 сантиметров, и первая створка, она находится ближе к вот этой стене, куда они отъезжают, а вторая створка, она находится как раз-таки дальше от этой стены на 5 сантиметров. Соответственно, у нас стояла задача, чтобы когда у нас створки полностью приезжают в закрытое состояние, у нас не было здесь щелей. Для этого мы делаем такое облагораживание, как я его называю, наращивание пристенка. То есть вот здесь вот заканчивается стена. И начинается уже наша часть, где стоит брусочек, и полностью он облагорожен. Таким образом, у нас вторая створка приходит нахлёст именно к вот этому облагораживанию. Это все красиво скрыто и функционально достаточно. Перегородки у нас выполнены в профиле ясень перламутр, стекло прозрачное, соответственно, чтобы было гораздо больше света на кухне. Делали мы здесь всего лишь 3 горизонтальные перемычки, что зрительно увеличивает пространство. Также мы в данном проеме делали облагораживание, как раз таки для того, чтобы вот этот нарост, о котором я говорила, смотрелся гармонично, единым целым с проемом. Ну и плюс это зрительно делает, добавляет завершенности нашей перегородки. То есть с той стороны мы ее полностью видим, а с этой стороны мы видим, что у нас есть арочка, а за ней уже перегородка. Смотрится очень красиво.